Мария Евгеньевна Афанасьева, художник крестицкой строчки с полувековым стажем. Первой в стране была удостоена звания почетного работника народных художественных промыслов. Торжественное вручение удостоверения состоялось на фабрике. О государственной награде стало известно еще в ноябре на 4-м международном ремесленном конгрессе в Петербурге. Художницы на форуме не было, и медаль из рук министра Дениса Мантурова получил хозяин фабрики Антон Георгиев. У нее здесь удостоверение под номером 002, а номер 001 находится в музее государственном. Поэтому второе удостоверение считается на самом деле первым. Поэтому вот мне передал министр в руки эту награду, я передаю Марии Евгеньевне и поздравляю ее. Мария Евгеньевна Афанасьева проработала на строчке без малого полвека. Приехала в Крестцы по распределению в 1971 году. Первое впечатление от места помнит до сих пор. Когда идешь, особенно к празднику, смотришь вот на окошечки. Они все вот накрахмаленные, отглаженные, такие вот белоснежные висят на окошках. И вот как-то тепло на душе становится, празднично. В лучшие годы занавесочки, полотенца, скатерти и блузки фабрика строчила в 3 смены. С надомницами количество крестецких мастериц доходило до 1500. Добрая половина женщин поселка прошла тогда через фабрику. Потом наступила перестройка с долгами и безденежьем. Когда 4 года назад на строчку пришел инвестор Антон Георгиев, в штате фабрики со старожилами числилось 8 человек. Это место, люди и традиция, это ДНК этого промысла, которое благодаря людям удалось сохранить и нести в будущее дальше. Мария Евгеньевна как раз тот самый человек, который помогает современной строчке сохранить уникальные черты крестецкой сквозной вышивки. Ну, миссия заключается моя вот в служении этому промыслу. Из Крестецкого района Алена Совцина, Юлия Нуруддинова, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.